пришла к Харите и к подруге на супчик. Что тут? Глянем сейчас. Что за супчик такой? Запах обалденный. Запах сельдерея и этого, как его называют, перца болгарского, петрушечки запах и всего такого. Надо взять ложечки. Где ложечки у нее? Я уже забыла, представляете? Дожилась. Сколько я тут не живу дней, уже забыла, что где находится. Ну-ка, посмотрим. Вот такой супчик. С чем? С рисом. С чем? С горохом. Запах, да, обалденный. Но благодарю я. Не ем такое. Блюдо прекрасное. Харита, а ты ешь? Харита облизывается. Харита ест.